Спасибо за такую рекламу. На самом деле мы не стремимся быть первыми, просто искренне работаем. И когда это получается, что мы немножко опережаем, ну, это просто стечение таких обстоятельств, а совершенно не какое-то соперничество. Но глубоко уважаемый председатель, глубоко уважаемые коллеги, доктора, наша тема сегодня – это рак и репродукция. Вот как уже сейчас видно, что это все очень активно обсуждают, поэтому мы тоже хотим немножко рассказать и о своих достижениях в том числе. Конечно, пока мы лечим пациентку, основная цель доктора – это лечение и сохранение жизни пациентки. Но, как выясняется, в этот момент пациентка думает о совсем другом, о том, как все-таки сохранить свою репродукцию. Ой, куда нажимать? Ой, извините. Ежегодно больше 1 373 000 человек в мире диагностируется со злокачественными заболеваниями. И 4% этих пациентов составляют возраст до 35 лет. Наиболее распространенные виды рака, которые встречаются до 40 лет, это в первую очередь, конечно же, рак молочной железы, меланома, рак шейки матки, неходжкинская лимфома и лейкозы. Актуальность проблемы сохранения фертильности, она действительно на сегодня очень важна. И действительно, 20 лет назад и даже чуть меньше мы еще пока об этом не могли говорить. На сегодняшний день это широко обсуждается, и диагностика и лечение рака часто представляют угрозу для именно фертильности. Исследования показывают, что способность иметь биологических детей имеет большое значение для многих людей. И тот достигнутый процесс в лечении онкологических заболеваний на сегодняшний день действительно позволяет эту проблему поднимать, и увеличение числа долгоживущих людей, перенесших рак, тоже ставит эту проблему более актуальной. Применение агрессивной химиотерапии, ионизирующего облучения также ставит эту проблему на важное место. Ну, бесплодие в результате лечения рака может быть связано и с психоэмоциональными расстройствами, о которых мы иногда забываем. Пациенты, которые выздоровели от рака, они предпочитают иметь именно биологическое потомство. Даже если опасения по поводу каких-то врожденных дефектов у этих детей, которые могут быть вызваны лечением рака до зачатия, или беспокойство по поводу своей собственной продолжительности жизни и риски рака в течение жизни их ребенка. Это даже это не останавливает этих людей все равно бороться за то, чтобы иметь биологическое потомство. Причем те люди, которые перенесли в детстве рак, сами перенесли, они считают, что они, если вдруг такая же беда случится у его ребенка, что они могут даже поделиться той ситуацией, которую сами пережили. Пациенты, которые излечены от болезни, считают себя достаточно здоровыми, чтобы стать хорошими родителями. Пациенты могут выбрать менее эффективную стратегию лечения, чтобы избежать долгосрочных осложнений токсичности. А молодые женщины с раком молочной железы, а мы в своей практике встречаем даже с раком яичника, на ранней стадии могут выбрать менее токсичный режим химиотерапии или даже вовсе отказаться от радикального лечения и продолжить беременность. В 2007-2008 году более 70% получили информацию о врачей о риске бесплодия. И вот о чем уже тоже говорили предшествующие докладчики, что меньше 33% мужчин и меньше 10% женщин приняли какие-то меры для сохранения фертильности. 80 мужчин знали о возможности бесплодия, 71% из них обсудили вариант решения этой проблемы, и 31% использовали метод криоконсервации. 74 женщины знали о проблемах бесплодия, только 34 из них обсудили варианты по сохранению, и только 6,8% приняли меры, чтобы сохранить их плодородие. Поэтому причины тут двоякие. Основная – это, конечно, отсутствие осведомленности о методах сохранения фертильности. И 38 высказали о том, что они опасаются задержки начала лечения.
Какие же потенциальные воздействия лечения могут оказывать на фертильность лечения рака? Ну, противораковые виды лечения, хирургия, лучевая терапия, химиотерапия, эндокринная терапия могут повлиять как на мужскую, так и женскую фертильность временно или постоянно. Операция может иметь непосредственное влияние на фертильность пациентов, вызывая анатомические или сосудистые проблемы, ретроградная эякуляция, нарушение эякуляции, изменения в матке, в шейке матки, влагалище. Химиотерапия и радиотерапия имеют непрямой гонадотоксический эффект, разрушая фолликулы, которые составляют резерв яичника женщины, уменьшение числа сперматозоидов, подвижность, морфологию, целостность ДНК у пациентов мужского пола. Эндокринное лечение у пациенток с раком молочной железы имеет прямое и косвенное воздействие на фертильность и функции яичников. Прямое воздействие, происходящее в течение только лечения, и косвенное воздействие связано с преждевременным старением яичников. Какие факторы влияют на наступление бесплодия? Потому что у каждой пациентки бесплодие может наступить в определенные сроки. Это зависит, конечно же, от типа рака, возраста пациентки, истории предыдущего лечения бесплодия или сопутствующих заболеваний, типы дозы химиотерапии, способы ведения пероральной или внутривенной, размеры расположения поля излучения его дозы и необходимость адъювантной эндокринной терапии. Вот важные вопросы, которые на сегодняшний день звучат и у врачей, и у пациентов. Можно ли считать беременность после рака безопасной? Около 50% больных раком детородного возраста желают иметь детей на момент постановки диагноза. Показатели фертильности в группе переживших рак ниже, это 23% мужчины и 13% женщины, то есть это намного ниже, чем в общей популяции. То есть говоря, когда человек узнает о своей болезни, да, в первую очередь он всегда говорит о детородной функции. Но в дальнейшем, проходя лечение, видимо, происходят какие-то изменения в их сознании, и действительно возвращение к этой уже проблеме не у всех она одинакова. Пациенты со злокачественной меланомой, раком щитовидной железы имели сходную частоту беременности с контрольной группой, а вот пациенты с раком яичка, лимфомы Ходжкина, растущие показатели беременности. Женщины же, пережившие лейкемии, рак шейки матки, рак молочной железы, они имеют низкие показатели последующих беременностей. Может быть, это связано с агрессивностью лечения, вероятнее всего, поэтому они не... Спасибо большое. Большой метаанализ, более 50 наблюдений, наблюдательных исследований, 160 тысяч женщин продемонстрировали более высокий риск рака молочной железы при использовании гормональной заместительной терапии в течение 5 лет и дольше. 20 исследований, из них 207 914 женщин получали гормональную терапию по поводу бесплодия, из них 2347 женщин имели заболевание рака молочной железы. Результаты этого исследования, использование гормональной терапии по поводу бесплодия не дает повышения риска, и отношение рисков составляет больше единицы. Результаты долгосрочных эффектов препаратов кломифен, гонадотропин с целью стимуляции яичников при медиане наблюдения до 30 лет 9892 женщины с бесплодием, у только 749 развился рак молочной железы. Результаты повышения риска нет. Повышение риска при высоких накопительных дозах отмечены, когда применялся кломифен, то есть доза превышала более 200 251 миллиграмма и нескольких циклов больше 6, тогда отмечено повышение риска. При использовании гонадотропинов повышенный риск полностью отсутствует, независимо ни от дозировки, числа циклов, возраста первого использования. Беременность после рака молочной железы не оказывает влияния на прогноз пациентов, независимо от статуса гормональных рецепторов опухоли. Метаанализ 14 ретроспективных контрольных исследований показал, что больные раком молочной железы, которые стали беременными в последующем, имели 41% снижения риска смерти по сравнению с женщинами, которые не были беременны.
Многоцентровое ретроспективное исследование с поправкой на рецептурный статус подтверждает безопасность беременности после рака молочной железы даже у пациентов с эндокринчувствительной болезнью. Исследование не выявило различий выживаемости без признаков заболевания между беременными и небеременными в группе эстроген положительных и в когорте отрицательных эстроген рецепторов. Насколько безопасно выполнение контролируемой стимуляции яичников у больных раком женщин? Возможная задержка в начале лечения, потому что стимуляция продолжительностью составляет от 2 до 5 недель стандартных протоколов. Возможное негативное воздействие стимуляции яичников на прогноз больных гормонально активными опухолями. Кратковременное воздействие высоких уровней эстрогена за счет контролируемой вариальной стимуляции является важной задачей безопасности у пациентов с раком молочной железы. Поэтому разработаны альтернативные протоколы для стимуляции яичников с использованием тамоксифена и летрозола, о чем уже вы, в принципе, говорили. Да. Имеют ли повышенный риск развития рака женщины, которые рожают после вспомогательных репродуктивных технологий? Достаточно большое количество работ проведено в мире. Роль эндогенных и экзогенных половых гормонов в развитии рака хорошо уже известна для рака молочной железы, для рака тела матки. Сегодня об этом уже говорилось. Тем не менее, высказано предположение, что эти гормоны связаны с риском и других органов, таких как центральная нервная система, рак щитовидной железы, колоректальный рак, злокачественная меланома кожи. Некоторые исследования показали, что женщины, получавшие гормоны фертильности, подвержены повышенному риску опухоли яичника и раку молочной железы. По результатам метаанализа был сделан вывод, что контролируемая гиперстимуляция яичников для ЭКО не приводит к повышению риска рака яичников, раку матки и раку шейки матки. Может ли увеличить риск развития рака яичников использование препаратов для лечения бесплодия? Отсутствие родов в анамнезе – установленный фактор риска для рака яичников. Увеличение риска развития рака яичника при отсутствии родов увеличивает вероятность на более чем в 2 раза. 2,5 раза. Использование препаратов для стимуляции овуляции у нерожавших женщин было связано с увеличением частоты пограничных серозных опухолей, но не с инвазивным эпителиальным раком. Селективный модулятор рецептора эстрогена увеличивает уровни эстрадиола и прогестерона, и тем самым может увеличить пролиферацию клеток. Обсуждение. Установление зависимости между используемыми препаратами для фертильности и риск развития рака яичников является очень сложным моментом, так как бесплодие само по себе определяет повышенный риск развития рака у этой группы. Одна из основных трудностей в этой области, чтобы отделить два этих фактора риска. Проведены 3 больших метаанализа. 2 из них пришли к выводу, что не было никакой разницы в риске развития рака яичников между женщинами, получавших лечение по поводу бесплодия и не получавших. И 3-й метаанализ показывает повышенный риск развития рака яичников у больных, которые использовали препараты, способствующие зачатию. Все, он закончил работу тоже. Переключите, пожалуйста. Переключите, пожалуйста, слайд. Какие имеются ограничения применения методов сохранения фертильности у онкологических больных? В первую очередь, это, конечно же, нехватка больших или рандомизированных исследований. Большинство данных происходит из когортных исследований, серии случаев, небольших нерандомизированных клинических испытаний или просто клинических случаев. Отсутствие знаний о риске бесплодия с использованием современных методов лечения. Неспособность обсудить или рассмотреть варианты до начала лечения. Отсутствие страхового покрытия для большинства процедур с последующими высокими расходами и исследуемое состояние многих методов сохранения фертильности. Ограничения методов применения вспомогательных методов. Методы, к сожалению, вспомогательной репродуктивных технологий на сегодняшний день используются достаточно редко. А в связи с отсутствием знаний об успехах и методах этих технологий, кроме риска рецидива опухоли, меньше внимания уделяется потенциально негативным эффектам, это физическим и психологическим попыткам сохранения фертильности. Исследуемое состояние многих методов сохранения фертильности на сегодняшний день
еще исследуем состояние, а традиционный золотой стандарт проведения рандомизированных, контролируемых или ослепленных терапевтических исследований в этой области невозможно. Какие методы сохранения фертильности могут использоваться у пациентов, которые имели в анамнезе рак? Ну, первое – это пациенты с риском развития ятрогенного бесплодия и пациенты, заинтересованные в сохранении фертильности. Есть экспериментальные методики – это криоконсервация овариальной ткани, тестикулярной ткани, криоконсервация ацетов. И пациенты, которые уже могут использовать методы, которые уже отработаны и на сегодняшний день широко рекомендованы в мире. Это у мужчин криоконсервация спермы, у женщин это криоконсервация эмбрионов. Безусловно, выбор варианта сохранения фертильности с онкологическими заболеваниями. Первое – это диагноз заболевания, возраст пациентки, тип лечения, наличие партнера – обязательный и важный момент, возможность отсрочки начала лечения, наличие метастазов яичников и раннее направление к репродуктологу может свести эту задержку к минимуму. Сохранение фертильности у женщин. Первое – это овариальное подавление через агонистов гонадотропин, релизин гормонов, лечение во время химиотерапии. Этот момент является на сегодняшний день весьма спорным, как метод для поддержания плодородия. Предотвращение раннего угасания функций яичников с агонистами гонадотропин, релизин гормон у женщин с негативным раком молочной железы, получавших химиотерапию, и аналоги, которые легко доступны. Эта стратегия была широко использована без четких доказательств эффективности и полного понимания потенциальных рисков и преимуществ. Ну, конечно, времени мало, но я постараюсь очень быстро, все-таки пролистывая слайды, рассказать, что сохранение фертильности вот, наиболее широко используемое – это криоконсервация эмбрионов. Для этой методики требуется около 2 недель стимуляции с ежедневными инъекциями фолликулостимулирующего гормона от начала менструации. Развитие фолликула контролируется последовательными ультразвуковыми исследованиями, анализами крови. В дальнейшем ооциты собираются иглой и с помощью трансвагинального ультразвукового датчика под контролем при внутривенной седации яйцеклетки оплодотворяются в пробирке, криоконсервируются после оплодотворения. Эта методика хорошо изученная, клиническая методика, требует индукции овуляции, получения ацитов и проведения ЭКО, требует отсрочки начала лечения. Метод не применим для девочек препубертантного возраста и женщин, не имеющих партнера. Ну и есть основания, юридические и этнические проблемы к хранению эмбрионов, утилизации в случае смерти. Ну, я могу просто прерваться тогда, потому что... Да, я понимаю. Сейчас закончу. Тогда давайте пролистаем до предпоследнего слайда. Не пролистаем, а в смысле не будем их показывать. Там выводы. Давайте, я же сама могу, да, точно. Да, здесь еще, да, здесь достаточно много. Сейчас мы... Наше отделение в... В 2007 году запатентовала способ восстановления гормонального фона и функциональной активности яичников у онкологических пациентов. Модель метода сохранения фертильности основана на заборе кортикального слоя ткани яичника с последующей криоконсервацией, комплексное лечение онкологической патологии, в дальнейшем ортотопическая трансплантация овариальной ткани, восстановление функции и восстановление гормонального фона с возможностью иметь генетически собственного ребенка, что за собой влечет улучшение качества жизни. И я попрошу сейчас, сейчас я расскажу о маленьком клиническом случае. Пациентка, я прошу 2 минуты. Пациентка 28 лет, основной диагноз установлен в апреле 2009 года, болезнь Ходжкина с поражением надключичных лимфоузлов справа, получала лечение в Севастопольском городском онкологическом диспансере, лечебный эффект полной ремиссии. В январе 2011 года выявлен рецидив заболевания с поражением лимфоузлов. С целью сохранения фертильности ввиду высокого риска ожидаемой гонадотоксичности в марте 2011 года в диспансере в Санкт-Петербурге и выполнена забор кортикального слои криоконсервации овариальной ткани лапароскопическим методом с применением аднексоктомии с марта по май
пациентка получала лечение у себя по месту жительства. Дальше в августе 2013 года консультирована онкологом гинекологической ГКУД и врачом-репродуктологом. И по результатам обследования у больной была выявлена, констатирована аменорея, в связи с чем было принято решение о возможности проведения аутотрансплантации криоконсервированной ткани. Что было в сентябре 2013 года? Выполнена с использованием протокола быстрого замораживания. Пациентке выполнена лапароскопия, мини-лапаротомия, проведена трансплантация 5 фрагментов замороженной ткани, как в правоичник, так и в подбрюшинной широкой связки матки. И восстановление менструальной функции констатировано через 27 недель после трансплантации. Через 56 недель последовательно в трех циклах была проведена пункция трех фолликулов, три пункции фолликулов имплантированной ткани конечников широкой маточной связки. Зрелый ооцит был получен только в третьем цикле, который был успешно оплодотворен методом инсеминации, и на третьи сутки выполнен перенос эмбриона в полость матки. На 13 сутки после переноса эмбриона в полость матки уровень хорионического гонадотропина показал о том, что пациентка беременна. На 30 сутки в полости матки визуализировали одно плодное яйцо и зарегистрировано сердцебиение. Беременность протекала без осложнений, завершилась срочными родами кесарево сечение, и родился здоровый ребенок весом 3100 грамм, ростом 51 сантиметров по шкале Абгар 8-9. Включите, пожалуйста.